забудь, так тишина звенит. Ты просто жди. Но ты не забудь, он тоже теперь не спит. Ты сказала да? Теперь держись. Обе руки сожми. Кровь, как вода, внутри тела бежит. Какая бешеная твоя жизнь. Температура теперь высока. Слезы, как горький мед. Ты на себя не смотри свысока. Но ты не смей выходить на лед. Волосы дай ему расчесать. А дальше смотри сама. Он будет и дальше в тебе тонуть. Он достанет тебя до дна. Тебе нравится быть глотком воды? Воздухом, светом, сном? Ты доиграешься. Добередишь. Смотри. Человек за бортом. Остановись. Ну, хотя бы на миг. У него же нету сил. А хотя нет. Я опять не права. Вот об этом он не просил. Любовь.
Испеку-ка я нам с тобой хлеба.
принесу из колодца воды. А на утро я снова уеду по просторам великой страны. Посмотри, чай уже заварился. Кипяток-то давно закипел. Я успела тебя увидеть. А ты меня полюбить успела.
актерскому мастерству. Меня учил. Меня учили многие люди. Меня успел поучить. Я успела поучиться у Геннадия Рафаиловича Тростенецкого. Это очень серьезный режиссер. В первую степень, а потом уже педагог. И я очень сильно запомнила слова. Он не мне говорил, он говорил всем. Он сказал так. Ну, все, не буду историю рассказывать, потому что это долго. Но смысл в том, очень тяжело творческому человеку, я имею в виду даже тот человек, который стоит вот здесь, ему очень тяжело рассказать о том, какая мокрая лужа, если он в ней не стоял. Ушла, буду ровно в 5. И день словно воск расплавить, а ленту к вечеру развязать. Как просто быть непонятной, незримой, полупростой. С утра дружить с каблуками, а к ночи стать полубосой. Быть просто неуловимой, воздушной быть и смешной. Красивой и окрыленной, влюбленной, запомненной. Как просто записку оставить, да? А было бы кому писать. И приготовить ужин, а завтрак надо проспать. Так сложно все делать просто. Сложнее всего просто жить. Но труднее всего не верить, не ждать, не страдать и не любить. Я забываю.
как будто убили его, если честно. Слушай, три раза лучше. Я не хочу человеку плохо, или когда человеку очень хорошо, так аж, что аж плохо, ну, русские понимают, иностранцы очень тяжело перевести. Не только слова, еще состояние, хотя французов, мне кажется, французы меня поймут. Им всегда так хорошо, что аж мне плохо. Так вот, когда человеку плохо, или хорошо, так что плохо, давайте за себя, ладно, отвечу. Вот мне тут недавно было плохо. Тошно мне было. Я, естественно, потянула сразу к людям, с которыми можно, ну, пожаловаться и поделиться. Это нормально, да? Это кажется, нормально это не то, что... Это лучше, это, ну, жалость, да, жилетка, это великое русское слово, между прочим. Она бывает мужская, женская, между прочим. Короче говоря, мне стало плохо, я пришла к людям, потом я поняла, давайте я врать не буду. Дети, когда вырастите, будете то же самое делать. Сейчас нельзя, то, что я сейчас говорю. Конечно, я попросила... Ну, я мне 38 лет, имею полное право. Взрослый человек, правильно? Ну, тут надо же хоть как-то, вот. Ой, ну, после того, как мне, ну, потом мне стало чуть-чуть легче. А потом я позвала Мишу с гармошкой. Почему я позвала Мишу с гармошкой? Потом я еще позвала своих друзей. Вот, не все пришли. Вот. Ну, потому что всем там было хорошо, им было все равно плохо, мне или нехорошо. Ну, в общем, ладно, это все шутки. В общем, короче говоря, люди, я не взяла гармонь. Это все произошло так, как произошло. Я захотела попеть песню. Я вам скажу, я очень люблю разные направления музыки. Я люблю кубинскую музыку. Мне действительно нравится джаз. Ну, не такой, не совсем рок мозгов, а вот нормальный джаз. Вот. Мне нравятся разные направления. Их очень много, и они в каждом направлении есть замечательные исполнители, замечательная музыка. То есть попса бывает такой, как у Майкла Джексона, бывает как, боже, какой мужчина. Ну, то есть, ну, грубо говоря, без обиды, да? Вот, кстати, Майкла с ней вместе поставить, на какой концерт вы пошли? Вот, ну, грубо говоря. Так вот, в общем, захотелось мне спеть песни. Я не против. Есть такое, у нас в России вообще многие люди делают следующую вещь. Когда людям плохо, они поют под гармошку казачьи песни. Но потом в тусовке они говорят, нет, я просто джаз слушаю. Нет, что вы. Владимирский Централ я никогда не буду слушать. Я реально видела лично людей, я действительно их видела, которые очень с гонором, очень тонкого вкуса. Но почему-то после пятого стакана они пели мурку. Для меня всегда это было высшей ипостаси лицемерия. Один уже умер, он застрелился. Думаю, тот, кто джаз или мурку. Или война просто между двумя этими. В общем, дорогие люди, извините меня за такую инсталляцию сейчас вообще за весь этот вот. Я дальше буду в плане молчать. Меня прорвало. Я могу поговорить? Да, я молчала месяц. Да, вот это... Спасибо. В общем, в каждом направлении есть песни хорошие, а есть действительно дурацкие песни, глупые, которые ни уму, ни сердцу, ни душе, ничему остальному. Так вот, вспоминаю, город Ростов-на-Дону. Да вообще, на самом деле, люди, не снимайте сейчас это на камеру. Вообще, я на следующее утро встала и...